No. Só porque não sou com as piadas, você tá com meu corpo. Tio, e agora eu vou ver. Ah, já colocou. Ah, você tá pegando pra rádio? Слушай, а здесь сколько этажей? 13? А, 13? Можно нажать. Да, наверное. Да, понятно. О, даже здесь откуда возьмись нулевой. Так нулевой, потому что не живой, и потому что на ногах стоит, поэтому. А-а-а! Вот из-за этого что-то нулевой? Да, из-за этого. Обалдеть. Ну правильно, куриные ножки на нулевом. Да. Интересно, типа, про это... Давай да, давай посмотрим, я хочу посмотреть. Слушай, не, ну интересно, что за тип такой. Опа! Охренеть, такой... Ну, посмотри, все доблевали тут. Да. Здесь положительный предмет, знаешь? Нетро, а это краски. Ой. Блин, аккуратно здесь поиск. А кто? А здесь камера стоит. Вау. Что, отправим? Давай я поеду на этом или... Давай один этаж спустимся хотя бы. Я отправлю здесь. Сейчас, подержу двери, подожди. Да. Вау, ну посмотри, красота. Да. Люстра, смотри, висит. Люстра. Да. Так, а здесь отправляется без пассажиров. Да. Поэтому я сейчас отправлю спокойненько. Понял. Выходи. Есть. Вызывай. Не, реально, что-то интересное, типовой проект дома. Вот только непонятно, что здесь делают выключатели. О! А вот это гробовоз. Да. Озисовский. Ну, по-моему, озисовский, именно такой гробовоз ты еще не встречал, да? Встречал, только под гостиничным стилем. Ага. Ну, если тогда... А, ты, по-моему, не был. Нет. Там просто до Черкесовской большой. Есть свободный дом. 16 этажка, тоже индивидуалка. Ох ты ж. Да, там отец есть гробовоз тоже. Но он отделан как в гостинице. Там красиво. А ты можешь мне скинуть адрес? Вот. А, Большая Черкесовская, 8 корпус 1, по-моему. А там, например, то Черкесовская, да, вот мы учили эти или... А, Преображенская. Преображенка, точно. Да. Ну или можно там в Сокосовскую прямо на трамвай добраться. А-а. Просто по моей памяти я насколько помню. Этот адрес. Понял. А если что, то можешь меня сводить туда? Да, там как раз вездеходки действуют. Понял. Пошли? Да. Скажи, интересно вам, да? Угу.